Привет, друзья! Это новое кулинарное шоу «Дети о еде». И я шеф-повар Сергей Петроченко, рок-клуба ТНТ, и также преподаватель кулинарной студии о еде. А вы, красотки? Лилиана Васильева и Ксения Лещинская. Круто! Супер! Что мы сегодня будем готовить с вами? Десерт какой-то. Какой же десерт? Какой-то десерт. Вы не знаете, какой десерт? Нет. Отлично, я вам раскрою тайну. Этот десерт называется тирамису. Понял. Пробовали когда-нибудь? Нет. Хорошо, тогда давайте же срочно приступим к этому приготовлению. Что же нам понадобится? Ну, походу, печеньки. Ну, печеньки савоярды, у них такое название. Сахар. Сахар есть. Варенье. Да. Клубничное. Вишни, клубничное, ягодное варенье. Какао. Какао. И сметанка. Сливки. Сливки. И сливочный сыр. И кофе. И кофе заварной, да, абсолютно верно. У нас есть вот такая вот интересное оборудование. Миксер, комбайн, блендер. Тут он вообще многофункциональный, так что будем аккуратно с ним управляться. Чтобы он не сломал. Берите, мои хорошие, вот этот вот сливочный сыр. Вот. Да. Лилиана, ты можешь взять сливочки вот в соуснике белом, аккуратно, да. О. И можете вот ложечкой перекладывать. А я сразу все вылью. Да, а ты потом выльешь. Мятку мы убираем. Да. Давай. Иди сюда, иди ко мне. Дам. Вот, прям, подожди, моя хорошая, подожди. Так, теперь... Целый кусок. Да, теперь мы включаем. Давайте я включу. Так получилось. Я хочу включить. Включите, я сейчас вам просто его опущу, чтобы вы включили. А где? Включаем мы вот сбоку, аккуратненько. Не на максимум, На двоечку. Раз, два. Все, отлично. И начинается у нас взбивание, так сказать, да? Теперь потихонечку пальцы мы туда ручки не отправляем. Это да, а то они тоже замешают. Да, и смотрите, вот так вот, вот здесь. Больше дальше мы не... Погружаем и заливаем потихонечку наши сливки. А почему так много внутри? Ксюш, ты тоже можешь заливать по сливочке. Аккуратненько, да, молодцы. Потихонечку, да. Сливок много не бывает. И мы же помним, что мы готовим на сколько порций? На 4. А почему на 4? Чтобы нам и критикам. Всем привет, меня зовут Ульяна Будниченко, мне 8 лет. Сегодня я буду пробовать блюдо, которое приготовила шеф и дети. И буду выставлять отметки. Сладости я очень люблю. Я дома ем конфеты, шоколад. Сегодня шеф будет готовить тирамису. Я думаю, что он будет очень вкусным. Так, теперь взбивается у нас это, да? Нюхает! Так, а, да, меньше делаем. О, Господи. Что такое? Что мне такое? Пахнуло. Все. Давайте аккуратненько сахаров добавляем. Можно я буду добавлять? А вы можете, да, аккуратно, только ложечку туда не погружаем. Да, вот так сыпьте. Я буду пробовать. Далеко не погружаем ложечку. А весь сахар? Да, весь сахар, чтобы у нас был сладкий наш крем. Ой, ну будет вообще приколдесно. А у меня появился вопрос. Да. Почему вы именно выбрали повар? Почему он первый? Не ветеринар, не доктор, именно повар. Аккуратно не суньте, пожалуйста, туда ложечки. Я вас прошу. Это тоже замешает. Давайте я лучше буду засыпать вот так, да? Да. Потому что это очень опасно. Это будет долго. Почему я выбрал эту профессию? Да потому что я хотел стать в генетике модельером. Да. А потом я зашел к своей знакомой. Еще один вопрос. Да, я сейчас отвечу на этот и потом следующий. Да. И она мне как раз писала, что такая вкусная есть профессия повара, что я прям помчался и поступил на повара. И уже 14 лет я уже готовлю для гостей, дорогие. Классно. 14 лет, много. Да. Теперь задавай, моя хорошая, вопрос. А какое у вас было первое блюдо? Ой, что же у меня было? Блины, наверное, которые я портил там всех подряд. Все, все выпекаю. Они все никак не отстают и не отстают. Конечно. А сколько всего блюд вы приготовили? О, спрашиваешь ты. Я тебе могу ответить, что у меня есть мое такое топовое блюдо, это сырники. У меня их более 150 рецептов.
Да, так что сырники же бывают не только сладкие. Да, бывают. Уже... А какие еще бывают? Соленые. Правильно, со шпинатом, соленый, с креветками. Помню, раз... я ела с креветками. Сырники с креветками? Да. Ничего себе, где-то тебя так угощали. А я решили сделать. Молодцы. Смотрите, начинает густеть уже наша вот эта красота. Да. Потому что она взбивается, она да? Наливать сюда. А это что, как называется это? Кондитерский пакетик. Пакетик. Мешок, пакетик, как ни назовите. Все правильно. Подготавливаем наш пакетик вот таким образом. Вот так закручиваем его. Давай, закручивай, слушай. Так, Лилут, что ты, моя хорошая? Давай будем тогда... расставлять наши вот 4 вот этих стаканчика в ряд. В ряд. Вот так, чтобы тебе проще было. Вот. Два тебе, два Ксюше, дай. Да. Вот эти Ксюша, а это нет. А вот сюда прям поставь Ксюше ближе тебе. Вот. Вот. Это было опасно. Я знаю. Видите, классно, как уже загустел у нас крем, да? Я на кухне так... 4 кружки разбила. Смотрите, теперь можем, да, пока кремчик у нас взбивается, у нас есть кофе, да, такой вот у нас? Ну, я люблю кофе, оно очень горькое. Нет, оно не... Ну, а вообще кофе разная заварка бывает, у нас такой легенький. Ну, зачем? Вот сюда переливайте прямо его. Давай, переливай. И будем макать наши печенюшки савоярди. Все? А, хорошо, прям... Да, макаем. Да, только макнули быстренько и сюда на... Нет, хорошенько макаем. Она расходится. Расходится, ложечку берите. Берите ложечку. Да, но моментом, видите, она моментом просто... Бери к себе. Да, вот так размокает. А я буду вот так. Плюх. Опа, плюх. Плюх, 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 плюх. Ой, ну ничего страшного, руки... Да, это смотрите. С ножиком. Вот, мои хорошие, вот так притапливайте сюда. Немножко. Хорошо. Чтобы у нас потом до крема еще было место. Да, моя хорошая ложечка. Притаптываем. Пока я притаптываете, я крем достану наш уже. Миксер. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Раз ты, Ксюша, уже взяла пакет, давай будем загружать наш крем. А как? Вот, видите, какой красивый кремчик. Красиво, да? Красота. Белоснежный. Вот. Я уже, можно меня назначить уже, да? Что, миксером? Меня назначит миксером. Назначаю тебя миксером. Спасибо. Да, и прямо можешь попробовать. Все. Лилу, можешь макнуть пальчиком? Разрешаю. Прямо не пойдется раньше времени. Надо крем быстро загружать, чтобы у нас был пышность наша осталась. Были чего? Я не могу. У меня течет. Все. Нет, не течет. А куда это? Я молодец. Все, использовано, убираем. Да, я молодец, я спасла ситуацию. Ксюш, ты там все? Нет. Давай помогу тебе. Почти. Давай. Давай, помогу. Немножко еще больше кремчика. А мне нужно пока что печеньки. Сюда загрузим. Потому что крема у нас много получилось. Ты печенью съела. Но это называется брокераж. Можете. Дегустация, брокераж. Ну и тоже я тогда тоже попробую. Да, попробуйте. Видите, он уже вылетает, крем у нас. Куда-то. На кого-то я попал. Не на вас, нет? Ну хорошо. Куда-то улетела. Смотрите, и теперь. Так, есть первый слой? Есть. Да, походу. Давайте, показываю. Опа. Показываю один раз. Мне. Вот так, делаем круговые движения. Все. Следующий. Три штучки, 3-4 достаточно будет. 3? Да. Отлично. Опа. Так, и передаем Ксюше, и продолжаем печеньку делать. Я тоже продолжу. А, у нас уже кофе нету. Кофе нет, значит, без кофе кладите, он все равно растает у вас. Берите, Маша. А, не топтать, все жалко. Ну, ладно. Все, просто уже кладем, да, не притаптываем. Пим. Вот так, аккуратненько. Пим. Мне нравится. Нежно, нежно, моя хорошая. Вот. Надо с продуктами разговаривать. Скажи, печенька савоярди. Ты такая воздушная, ты такая нежная. Крем, лей, 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 лей.
Кремчик, воздушный, сладкий, белоснежный. А у меня что? У меня что так пошло? Ну как печенька, это что? Ну да, у меня рядом. Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша. Все, говори. Это, чтобы она держала. Лилу, а что это у тебя за пирамиды? Не забывай про крем. У нас же крем еще. Или печенье. Она уже все, она вся. И все? Все. Давай, крем. Я буду крем. Крем. Круговые движения. Сильнее жмем. Все. И вторая у нас? Вот, вот так нужно. Была красота. Красота. Давай, моя хорошая, вторую порцию давай. Класс. Все же в ожидании. Давай. Все, теперь опять печеньки. Опять печеньки. У нас еще есть какао. Мы потом посыпем. Так, можно немножко вот так утрамбовать. Вот. Чтобы больше красота порции получилось. И помню, да, четвертая порция у нас идет кому? Кому мы? Дегустатору. Конечно же, мы должны приготовить обворожительный и красивейший десерт. Десерт. Давай! Конечно, не один, а все четыре, да? Помним об этом. Да. Так, у тебя уже, наверное, будет завершающий этап. Да. Давай красиво сделаем. А, еще печеньки. Я буду очень красиво. А еще печеньки ложить с пипкой. Да, конечно. Нужно ложить печеньки. Конечно, тебе еще можно, пару печеньек можно. Раз, два. Опа! Все, класс. Класс. Та-дам! Следующий. Раз. Два. Момент. Все. Нет, все красиво. Все. Все, у меня все готово. Ну как это все готово? Еще у нас тут вареничка есть красивая. А, ага. Забыла про варенье. Конечно. Ложечка сейчас дам. И будем варенье. Так, у тебя там еще сейчас мы сделаем. Так, ложечки маленькую вот возьми, моя хорошая. Идем. Варенье поближе к себе. Да. Ксюш, держи вот так. Варенье не люблю, но выглядит красиво. Ой, оно очень вкусное. Да. Это что, на ягоды? Оно как желе. Но. Ой. И поливай красоту свою, поливай. Вот так вот. Чик. Ой, так. Какие шарики у меня красивые. Так. Вот так вот нужно размазать. Давай, вот. Хорошо. Не забывайте. Крем лезет. Держи здесь сверху, держи. И круговые движения. А вы что больше всего любите готовить? Десерты или обычные блюда? Ну да, макароны всякие. По мне, наверное, видно, что я и десерты люблю, и мясо люблю. Ну а что вам больше и нравится? И булки всего? Люблю, уже не видно раз. Больше всего, конечно, я люблю... Десерты. Ну какие десерты? Конечно, десерт. Вот тирамису люблю. Вот. Люблю рыбку готовить, мясо готовить. Понятно. Да. Это да. Ой-ой-ой, красота. Вот у меня еще. Ой, вообще. Шик, блеск, красота. Дай-ка еще так, вот нужно вишенку отобрать, чтобы наверх положить. Давайте. Вообще, конец света. И еще мясо у нас будет, да, для декора? Да, наверное. Да, вот можно. Все, вообще. Сейчас. Эффектно. Полетело. Эффектно, просто эффектно. Вот, вишенка. Давай. Вишенка, не подведи меня. Да, и много, смотрите, много тоже не есть хорошо, да, чтобы у нас было. Вот, да. Вот. И такая и черничка, и вишенка. Это все. Вишенка, которая должна у всех на десертах лежать. Абсолютно верно. Вот у меня течет. А, течет. Назад. Все. Зато красивенько. Салфеточку. Каночную, вот, пожалуйста. Вот, все. Вот, прошу. Две горы. Так, хорошо. Вишенка. Мы должны же все-таки сейчас завершить еще мятушку, я сказал. Видите, вон зелененькая мята. Грязная. Вот. И посыпать еще можно какао, если хотите. У меня маленькая. И всю эту красоту мы, конечно же, отправим в холодильник, чтобы она немножко постояла. Спать морзла. Можно. Все, я знаю, как ее это поставлю. Это завершающий штрих, как у художника. Я знаю, как знаете, я ее так, поставлю. Раз, и все. Раз. Вот так. Белиссимо, белиссимо. Безвкусно. Как всегда. Как всегда. А можно надеть часть? Можно, нужно, конечно. Можете пару лепесточков. Я лепесточек добавлю. Да. Опа. Все. Так, а этот мы, ага. Тут вот. Все, один? Вот, опа.
Ну, наверное, отправим их в холодильник уже, да, чтобы пропитались? Да. Только подождите, мы должны сначала выбрать, какой мы отдадим... Точно, я забыл совсем. Давайте с вами выберем. Ну, какой мы будем отдавать? Какой? Самый красивый. Конечно, давайте, решаем. Мне кажется, да, вот здесь много очень крема, много... Нет. А мне кажется, вот этот красивый. Ну, да. Или этот, нет? Они все красивые? Вы. Какой? Вот этот? Ну да, вот, да, вот этот. Все, мы определились тогда, да? Вот этот. Так что запомните, отправлять. После того, как мы доставим с холодильника, чтобы мы вспомнили, что же за он. Да? Да. Чтоб не забыли. Все, хорошо. Ну что, мои хорошие красотки, мы сегодня творили чудеса, и вот такую красоту мы приготовили десерт под названием тирамису в этой замечательной кулинарной студии «Айде». Я Шев Петроченко Сергей. Я Ксения Лещинская. И я Лилиана Васильева. Желаем вам приятного аппетита! Тирамису – это из печенья, из крема, из посыпки какао. Обмакивается печенье в кофе. Я думаю, что он будет очень вкусным. Я очень долго ждала этого момента, когда уже можно попробовать. Я хотела там взять и все съесть. По виду очень хорошо это смотрится. Очень. Пробуем ложку. Одну ложку. Очень вкусно. Мне все же нужно выставить оценки. Я говорю этому блюду «да». Я из 5 баллов выбрала 4, потому что оно не прям так шедеврально, что прям дух захватывает. Твердая четверка.